В Азии, в Европе ли родился озноб? Только даже в опере... кашляют взахлёб. Откуда дрожь? Страх ли это, грипп ли? Буховые дуют в рось, струнные урчат, дирижера кашель бьет, тенора охрипли, баритоны запили, и басы молчат. Раньше было в опере складно по уму, и хоть хору хлопали, а теперь кому? И берет и верхних нот, и сопрано мецца околотурного не бельканто. Бред! Цены резко снизились до доллара за место. Словом, все понизилось и сошло на нет. Сквозь никами в опере дует, валит сном, как в очистом вополе веет ветерок. Песенки обеты, партитура съежилась, и софит погас. Развалились арии, разошлись дуэты. Баритон без бархата, без металла бас. Что ни делай, все старо, кулак зал. Пусть тенорово серебро вытекло из уст. Тенор Варилецкого заорал: «Алундра!» Буйное похмелье ли, просто ли, заскок дирижера Вилькина, мрачный бас профунда, чуть едва не до смерти струнами засек. Ой-ой!